стихотворение и все. Последнее. Макс, сядь, пожалуйста, за стол. Я вот там. Давай, я слушаю тебя, заяц. Как же начинается? А, мой брат меня, он перерос, заводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, него не верь, и вдруг сама открылась дверь. И вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой в тулуп одет, и тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят?